Периодически не могу себя заставить идти в тренажерный зал. Не знаю, что это. Наверное, просто нежелание менять солнце, небо и яркие краски лета на стены фитнес-клуба. Желание физически нагружаться при этом никуда не уходит, и тогда я просто переключаюсь на уличные тренировки. Для нагрузки в ход идут все средства. Подвесные петли, резиновые спандеры и прочие приколюшки, при помощи которых можно нагрузить все тело или отдельные группы мышц. Иногда просто кидаю в багажник машины гири, гантели, даже до штанги дело доходило, и еду тренироваться в какое-нибудь живописное место. Свои ближайшие видео буду снимать именно на эту тему. Думаю, вам зайдут эти ролики. Смотрите, комментируйте, задавайте вопросы. Начну с тренировки пресса на спортивной площадке в парке при помощи подвесных петель. Сделал неплохое предварительное кардио, добравшись до места на своем железном друге. Не забыл про суставную гимнастику и легкую растяжку и перешел в горизонтальное положение. Всего сделаю 4 упражнения. Первым будет кранч. Переводится как хруст, скрип, треск. Не знаю, почему так назвали. Если знаете другие варианты перевода, напишите в комментариях. Вторым упражнением будет скалолаз. Не буду говорить название на английском, дабы своим произношением кого-нибудь не рассмешить. Я все упражнения делаю по 3 подхода, вы можете начать с одного. Количество повторений, как по мне, так чем больше, тем в этом случае лучше. 10, 15, 20. Одно могу сказать, если никогда не тренировали пресс при помощи петель, начните прям с лайта. Иначе спазм мышц живота может надолго вас не оставить. Третье упражнение – косой кранч. Здесь, соответственно названию, очень хорошо включаются в работу косые мышцы живота. Честно, делать сложнее, чем обычный кранч, но результат того стоит. Обычно мышцы пресса после такой или похожей тренировки в тонусе несколько дней. На заминку упражнения, которое называется дословно «пила для тела». По сути, очень похоже на планку, но гораздо сложнее за счет нестабильного положения тела при вставленных в петли ногах. Надеюсь, от моего видео вам будет какая-то польза. Жду от вас обратной связи, крепкого вам тела и всех благ.